В управлении Федеральной антимонопольной службы по Чувашии озвучили итоги работы в прошедшем полугодии. Количество обращений в УФАС сократилось на 30%. Это напрямую связано с новой системой распределения обращений от граждан. Регулирование конкурентных рынков, конкурентной среды и уход от прямых обращений физических лиц. То есть четкое разграничение полномочий между Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой. То есть вопросы прав защиты потребителей – это вопросы Роспотребнадзора. Нарушения в сфере сетевых организаций, в сфере деятельности этих сетевых организаций находятся в полномочиях нашей службы. Это относится к работе электросетевых, теплосетевых организаций, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению. Нарушения чаще всего совершают органы местного самоуправления. Не осталось без внимания сфера организации пассажирских перевозок. Минтрансу республики выдано 12 предупреждений. В большинстве это касается нарушения условий проведения конкурсных процедур. Невнимательность в составлении документации – частая ошибка не только перевозчиков, но и строительных организаций. Представлен.